Короче, слухи. 81-летний актер, находясь в преклонном возрасте, вновь стал отцом, вопреки всем ожиданиям. В настоящее время он с супругой Ириной счастливо воспитывает двух очаровательных дочерей, Этель и Клару. Эммануил Виторган не перестает восхищаться своей семьей, которая вдохновляет его на новые свершения. Вместе с женой и дочерьми актер испытывает истинное счастье. Это стало возможным лишь с появлением младших детей, ибо когда его сын Максим был еще маленьким, артист постоянно был поглощен работой, съемками, выступлениями и гастролями. «Я не ощущаю своего возраста. Я провожу много времени с детьми, но моя терпеливость не такая, как у моей жены. Иногда я неудержимо повышаю голос на Этель, а потом сразу чувствую себя неловко». Максим очень хорошо общается со своими сестренками по телефону. Ему было поразительно, когда Этель появилась в нашей семье. «Я не был рядом в тот момент», — рассказал Эммануил Гедеонович. Любите свою жизнь и подписывайтесь.